Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы узнаем различия между предлогами «avant» и «devant». Очень полезный урок. «Avant» переводится как «перед». «Devant» переводится тоже как «перед». Ну а в чем же различие, мы сейчас разберемся. Итак, «devant» ставится, когда речь идет о физическом предмете, то есть перед столом, перед стулом, перед окном, то есть тот предмет, который можно потрогать. А «avant» ставится, когда речь идет о временном промежутке перед завтраком, перед уроком, перед лекциями, то есть речь идет о времени. Ну и, конечно же, мы составим фразы и посмотрим различия на практике. Итак, перед дверью есть кошка. Речь идет про физический предмет, то есть перед дверью, ту, которую можно потрогать. Devant la porte, il y a le chat. Devant la porte, il y a... Перед стеной есть чемодан. Опять речь идет про физический предмет. Devant le mur, il y a la valise. Devant le mur, il y a la valise. Теперь поговорим, когда речь идет про временной промежуток. Перед работой я захожу в магазин. Avant le travail, j'entre dans le magasin. Снова поговорим про временной промежуток. Перед прогулкой мы посмотрим фильм. Avant la promenade, nous regarderons le film. Avant la promenade, nous regarderons le film. Здесь даже употребляется будущее время. Regarderons тоже есть урок на моем канале. Вот на этом и наш урок заканчивается. Составляйте ваши фразы, разницу девана и авана и делитесь в комментариях. Ну что же, мы увидимся. Au revoir.